Знаете, какая самая большая ошибка в истории человечества? Знаете, какая самая большая ошибка в истории человечества? Кто-нибудь? Это немного противоречиво. Самая большая ошибка в истории человечества — это сельскохозяйственная революция. Как только мы поняли, как выращивать кукурузу, мы сами себя поработили. Мы были кочевниками. Мы собирательствовали и охотились. Я голоден и сорву фигу с дерева. Вырву репу из земли. Вздремну. Потрахаюсь. А теперь сплошная работа. Вы только и делаете, что работаете. Рвете сорняки, удобряете почву, сеете, поливаете, собираете урожай, помещаете его в хранилище. И даже когда у вас достаточно, вы все равно хотите больше. И это сделало нас агрессивными. Мы жаждем крови, потому что мы больше не странствуем. Мы прибиты к одному месту. У нас появляется собственность, мы делаем детей, делим территорию. Нет, я не уйду. Я буду драться до смерти. Так теперь все обстоит. И все потому, что мы больше не кочуем. Мы не знаем, что есть большое фиговое дерево со вкусными, сочными фигами там, за холмом. Мы стали рабами пшеницы, кукурузы, картошки, голода и кровопролития. Мы уже не те, кем нам суждено было быть. Сельскохозяйственная революция. Ладно, пойду я в продуктовый магазин. Желаю вам всем приятного дня. Не перетрудитесь.